Большой праздник спорта. Во вторник стартовала 9-я региональная параспартакиада. Участники будут соревноваться в дартсе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании, шахматах, толкании мяча и, конечно, в заездах на колясках. По итогам лучшие пары спортсмены войдут в сборную команду Ивановской области для участия во всероссийских состязаниях. Мероприятия параспартакиады рассчитаны на 3 дня. В открытии приняли участие особенные дети. Вместе с родителями и наставниками они подготовили творческие номера. У нас 200 человек взрослых с 18 до 60 лет. Причем в этом году 18 муниципалитетов предоставили свои команды. Но мы провели в этом году еще фестиваль спортивный, где у нас 9 команд детей принимали участие в эстафете.